Ну что, мои злобные, злобные женщины, потому что в основном мне после нашего ночного анонса пишут злобные женщины. Что я могу вам сказать? Хватит, хватит слабость и настолько страстный поцелуй, но зато... Короче, хватит, все хорошо, все, я выдохнула. Это было некрасиво, но зато за слабость и настолько страстный поцелуй, но зато... Короче, хватит, все хорошо, все, я выдохнула. Это было некрасиво, но зато я получила то, что я хотела. И это было взаимно, так что не нужно. А хотя пишите, пишите гадости и обливайтесь желчью.